Анонс. И точно дата выхода 86-й серии турецкого сериала «Мои братья». 86-я серия сериала выйдет в эфир 15 апреля. Ранее в сериале мы увидели, как Асие стала случайным свидетелем встречи Дурука и его бывшей возлюбленной Ирем. Ей это очень не понравилось, и она не понимает, почему Дурук ей обо всем не рассказал, но при этом помнит ее имя. Ирем вмешалась в этот разговор и представилась Асие. Айла стала искать способ для того, чтобы поставить Акифа на место, и совершает неожиданный шаг для него. Только Акиф оказался не так и прост, и у него есть важный козырь против Айлы. Акиф подошел ближе к Айле и прошептал ей на ухо, что не знает ее секрет. Ведь Берг на самом деле не ее родной сын и даже не Ресула. Шенгюль становится свидетелем разговора Акифа, и она была шокирована тем, что ей пришлось узнать. Небахат поинтересовалась у Акифа, неужели Берг приемный ребенок? На что Акиф ответил, что лучше было бы так. Толга требует от Сюсен, чтобы она сделала так, как он говорит. Или же он сам пойдет к Омеру и расскажет обо всем. Омер в этот момент был рядом и все слышал. Он хочет знать, о чем идет речь и что от него скрывают. Толга хотел раскрыть правду, из-за чего Сюсен ушла от Омера и пришла к нему. 86-я серия сериала выйдет в эфир 15 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.